Всем привет! Сегодня хочу показать свой приусадебный участок возле дома. Вот мои цветочки, вот гладиолусы начали распускаться. Югорск — это город крайнего севера. Но мы стараемся всяко, чтобы сделать для себя юг. Чтобы было у нас красиво. Стараемся все это делать. Все, конечно, рассадой пока сидит дома. А потом только высаживаем на улицу. Канительная эта работа, но для себя. Это пионы были. Отцвели уже. Вот дельфиниум. Там вот георгинчики. Тут тоже вот хочет уже распуститься. Вон там уже распустился. Анютины глазки в этом году замерзли. Столько вокруг вдоль теплицы были анютины глазки. И все. Георгинчики вот скоро будут. Вот тоже набрали уже. Будут распускаться. Вот красная смородина. Тоже в этом году. Тут мы уже собрали. Вот такой бордюрчик. У меня сразу заходишь, когда. Так вот. Тут красная смородинка. Я в этом году листочки тля съела. За месяц июль не было ни одного дождя. Было очень жарко. И сразу тля. Быстренько мы ее обработали. И все, ягодки хоть остались. Тут у нас боярка. Тоже уже поспела. Уже сегодня 22 августа. Вот боярка у нас поспела. Смородину мы уже варенье сделали. Вот сейчас вот этот куст тоже еще нужно обобрать. Будет. Вот, вот тут георгины однолетние. Тоже цвести. Скоро уж белый даже. Беленький будет. Георгинчик будет беленький. Вот тут георгинчики-то. Тоже однолетние. Ну, такие на зиму, которые я выкапываю. Сейчас пойдем помидорки посмотрим. Я их, правда, уже собрала. Джессик. Джессик сидит. На жарко сегодня у нас 30. Жарко, бедно. Джессик. Джессик, мальчику жарко моему. Вон хозяйство тоже всем жарко. Индюки. Вот цыплятки тоже то в сарай уходят, то туда. Там курочки большие. Вот веток она заготовили для кроликов. Вот. Это тепличка помидоры. Помидорки. Все вот. Красненькие я вчера собрала. Так как уже всю осень все нужно делать. Заготовки. Вот заготовки делала. Вон какой горький перец. Большой, длинный. И свекла всегда сажу я в тепличке. И она очень хорошо растет. Свекла вообще хорошо растет. Вот какая свекла хорошая. На грядке такой бы еще не было. Особенно в этом году. В этом году же какого тепла. Тут вот такой перчик. Вот перчик. Там вон сколько перчиков. Это у меня здесь горький перчик. А сладкий в другой теплице. Вот, помидоры в этом году мне очень вот эти нравятся. Такие мясистые, красные, такие вообще вкусные помидоры. Вообще очень помидоры хорошие, крупные уже красненькие сняла. А зато вот эти помидоры. Вот. Сейчас вот эти помидоры, вот эти.
Но они очень скороспелые. Очень много. Не надо никаких пасынков отрывать. То есть это помидоры просто супер. Я уже закрутила их. Вот в собственном соку сделала. Вот. Вот это помидорки такие. Прямо, вон что, завалилась беда. Бедно, привязать надо. А, отвязалась. Вот. Такие вот очень нравятся. Вот еще скажу, что свекла — это просто прелесть теплицы. Никаких проблем. По краю посадил. И никаких проблем. То есть, вообще. Вот. Вот у меня тут свекла тоже. На этой стороне также. Вот. Свеколка. Вон какая. Вон. Какая свекла. Вот. Свекла какая. Там тоже такая. Вообще. Хорошая свекла. Я говорю, она растет лучше здесь, чем на улице. Вот. Тут мелкие помидорки. Пасынки успевают только расти. Господи, успеваешь их отрывать. Вот это у меня фасоль. Все стараешься. Теплицы. Все. Что только не посадишь. Думаешь, на севере холодно. В этом году холодина, тем более. Ничего, нормально. Вот. Хорошая фасолька. Хорошие помидорки. Вот эти я их прям очень хвалю. Ну, очень. Прям хорошие помидоры. Вот такие вот. Хорошие. Быстро начали краснеть. Выросли и начали краснеть. Вот эти чуть-чуть подольше, но они очень вкусные, мясистые. Называются слива. Такие помидорки сливка. Вот тоже уже поспевать будет. Вот. Здесь тоже. Ну, завтра уже поспеют. Ну, все. Перчики тоже. Ну, пойдемте дальше. Вот тут вон такие хорошие. Хорошенькие помидорки такие хорошенькие. Перчики и помидорки. Вообще, прелесть вообще. Думала, что холод такой был в этом году. Ничего не будет. Все нормально. Все. И цветочки. Я вообще люблю цветы. Любые. На крыльце вот у меня. В этом году фундамент только вот начали. Сделали. Еще не весь, еще верхушку. Нужно обделать фундамент. Вот цветы у меня на крыльце. Как зайдешь, тут у меня цветочки. Ну, вот там дальше пойдем. Так, здесь вот у меня розочки были. Там есть еще. Ох, зато васильки. Вот желтенькая розочка. Вот отцвела уже. Вот, вот розочка. Тоже была. Вот розочка. Вот какие розочки. Вот розочка. Вот розочки. Еще цвет набрали, где-то видела. Вот. Вот цвет набрала еще. Будет цвести. Вот еще красненькая такая. Будет тоже цвести. Вот укроп какой. Укроп в этом году с меня ростом. Тут кабачочки. Вот. Сколько кабачочков. Тут это. Берем отсюда. Вот кабачки. Вот это тоже нужно убрать, чтобы лишние не было, не гноились эти. Все там. Все нормально. Вон. Кабачочки растут вовсю. Уже вчера собрала 4 штуки. Так, у нас тут что еще? Тут еще вот. Так, тут у нас и огурцы, в общем, и тыквочки. Ай! Тыквочки же. Тыквочки. Тоже убрать.
такие. Укроп, господи. Укропик такой у нас так хватает на все. Сколько? Тут горох. Детки кушают только так горох. Вот горошек. Горох. О, какой хороший. Вон его сколько уже. Едим его давно. Вот. Там гладиолусы, детки, возле теплички. Вот. Сейчас пойдем в огуречную. Тут даже на улице помидорки в этом году хотят отрасти. Сколько тоже опять те же, которые показывала. Их посынковать не надо. Растут хоть где. Так, сейчас огурчики. Огурчики я по-новому сажу. Они нас вообще радуют и радуют и радуют. Огурцов у меня каждый год. Каждый год. Вот как начала по-новому делать огурчики. Они у нас прям растут каждый год. Вот что, везде. Вчера собрала ведро. Сегодня не успела прийти. Они нас уже радуют. Вот еще сейчас дочери буду солить тоже. Вон сколько. Вон сколько, как говорится. Вот сколько огурцов. Это вчера было собрано ведро. Вот, вот, вот. Вот что. Вот сколько огурчиков. Вот огурчики. Вот. Вот сколько. Тут еще будет уже ведро. Вот. Сейчас ложится. Вон. Вчера вроде вот такой тоненький был, сегодня уже вот такой. Вот так. Вот огурчики разных сортов. И у нас зазуленок, и зазуля. И вот эти скороспелые такие родничок. Вот. Вот это зазуля. Вот это зазуля. Они салатные вот. Такие вот зазули. Вот. Вот это зазули. Это вот тоже зазули. Первые пошли родничок и зазуленок. А потом пошли вот эти вот салатные. А в первую очередь те маленькие. Было много столько. Их и сейчас много. Здесь что творится. И тут вон огурцы. В общем, сейчас буду снимать опять салаты делать. Вот сколько. Вот все столько. Вот огурцы радуют. Каждый год, как по-новому, начала ухаживать за ними. То есть оставляешь все пасынки, но точку роста убираешь от зависимости от роста растения. Вот видите, вон что, вот столько, вон еще, господи, внизу вроде все уже отобрала. Вон что. Вот огурчики, в общем, радуют жизни. Так, вот здесь китайский тоже. Специально один посадила. Вот один первый вырастет. Салатик на всю семью хватит. Их вон еще, вон еще. В общем, радует жизни. Вот родничок. Огурчики маленькие. Вон еще сколько их. Еще здесь вон. Вон они. Вот столько вот огурцов. Это... Что у нас тут? Тут запутался весь. Тут тоже вон висят еще. Вот висит. Вот. Вон что. Вот они. Огурчики висят и висят. Листочечки. Вот. Вот столько огурцов. Там радуют. Огурчики радуют. Просто рано. Не успеваю. Здесь тоже вот уже. Вчера не было, уже маленькие были. Сегодня уже. Опять вот еще здесь. И здесь, везде, в общем, успеет. Это у меня вот под коробкой им. Сейчас калийная. Там вся трава. И сверху зола. Вот раз в 10 дней. Я их подкармливаю, кушают огурчики мои. Поэтому они мне в этом году очень хороший урожай дают. Да и в прошлом году продавала огурцы. То есть их столько,
в нашей семье просто столько вот огурцов не слопать. Вон что. Вот. Смотрите, сколько. Смотрите, вон что творится. Вон сколько. Это просто один кустик, а на нем, вон что. Вон что. Ой, господи. Вот на нем что творится. Вот. Вон огурчики, огурчики. В общем, вот что-то огурчиков собирать надо. Вон еще висят. В общем, радует нас в этом году снова лето. Нас не радует в этом году. Это вот следующая, третья теплица. Это третья теплица. Вот тут тоже я также сею. Это базилик. Вот базиличок. Сажу. Кушаем базилик. А здесь у нас еще сладкий перчик. Вот видите какой. О, как горький почти тещин язык. Но это сладкий. Вот что, какой большущий. Огромный. Тут тоже несколько просто таких помидорок. Меленьких, мелких. Так себе. Просто так остались, посадила. Вот они, вон какие. Миленькие. А это у меня так, я даже не знаю, цветок бархатец так вырос. А это вообще ужас. Один главный. Ну вот, и здесь тоже эти помидорочки спеют. Вот тут растет тоже какая-то свекла. Вот. Тут перчик вот хороший какой. Перец вообще хороший. Вот. Тут помидоры еще просто так. Вот перчики, тут свекла, тут перчики. Вот уже начали краснеть. Оранжевые будут. Там бордовый был, сняли. Вот такие перчики. Перчиков тоже хорошо. Хватит в этом году. Тоже разные сорта. Вот такой. Видите, вот тут вообще вот такой огромный. Вот эти вот огромные. Вот. Эти вот оранжевые. Вот такие хорошие, огромные. Вот тут свекла, тут опять перчики. Вот они, вот какие хорошие. Длинные такие. Длинные перцы, что-то не помню названия их. Тоже. Здесь еще макушку не отрезала. Тут тоже перец, он такой огромный. Огромный спрятался. В общем, вот перчики. Вот сколько. Вот сколько перцев. Вон сколько, вот. Вот. В общем, перчиков нам нормально в этом году. Вот перцы, в общем, тут свекла опять. Вот. Мы можем здесь выйти. Вот тут у нас все уже. Капуста у меня еще так. Ягодки. Вот. Здесь тюльпаны росли по всей этой длине. Тут лучок уже весь вырос. Все, лук, чеснок уже убран, все. Здесь у нас еще малинка. Малинка растет. Тут картошка. Вот тут у нас картошка, малина, картошка, хрен. Тут еще облепиха. Вот кустик. Девочка, вот мальчик. Тут ирга и жимолость. Вот ирга и жимолость растет. Вот там цветы у нас дельфиниум. Дельфиниум цветет весь. Это наша баня. Вот тут у нас картошка. Там у нас веранда. Там дальше тоже картошка. И туда дальше хозяйство. А здесь у нас продление лета. Бассейн. Сделали себе юг. Тут у нас было летом, конечно, когда жарко. Тут у нас все дорожки везде постелены были. Лежаки загорали с внуками. Ну а сейчас у нас теплая еще вода. Вот эта неделя же тепло. Вот такой у нас вот бассейн. Мы здесь купаемся, сушим белье. Вот так. Сегодня купались. Пока 30 у нас сегодня градусов в Егорске. 22 августа. Но это последняя неделька. Вот коченки, капусточка. О, какая. Тверденькая капусточка, хорошая. Вот, а там выскочки капусточки. А тут такая белокочанная, твердая. Тут тоже перчики на улице.
Вот там этот пырей лук еще сидит, а тот уже, там уже все убрать до конца надо. Там все, тут клубничка у нас была. Здесь капусточка еще осталась, растет. Ну вот и все, здесь мы шашлыки жарим. Сейчас у нас пока тут ремонт. Вот ремонт все. Тут еще железячечка какая-то упала. Ну, вот у нас здесь фундамент делаем. А здесь вот у нас стол. Тут сидеть. Тут можно сидеть и лежать. Вот такую красоту мы сделали. Вообще такой фундамент у нас будет. Очень хороший, красивый. Вот дельфиниум. Ой, это так пахнет. Хмель. Вкусно пахнет. А, это утенечек такой хороший. Тут еще вход у нас туда. Тут у нас вход в баню. Там у нас еще тут ремонт. Он еще фундамент не сделали. Там тоже картошка, там дальше хозяйство. Ну вот и все, дорогие. Я вам обещала снять свой приусадебный участок, где мы живем, наш дом. Вообще, вот у нас тепличка, где мы купаемся. Это тепличка перец баклажаны. Баклажан в этом году нету, только маленький цветет и ничего нет. Это огурцы, там помидоры. Ну вот и все. Васильков куча в этом году, классно. Вообще все так красиво. В общем, все. Мне нравится. Хоть и север, можно вырастить. Все, у нас и арбузы, дыньки росли. Вот, все. Вот такие дела. Вон там у нас сосенки такие. Это у нас черемуха. Вот это у нас черемуха. Вот. Это сосенки. Вот так вот. Гладиолусы скоро все распустятся. Вот сколько гладиолусов. Должны все распуститься. Пионы отцвели. Следующий тут гладиолус. Вот набрал. Стрелка. Вот стрелка. Вот уже цветет. Цветет уже гладиолус. Такой фиолетовый красивый. Такой красавчик. Вот тоже набрал. Вот какой хороший. Красивый. Ну все. Это летний маленький георгинчик. Ну и все. С вами была Людмила Чепчугова. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки. Пишите положительные комментарии. Пока-пока.